Привет, с вами RedCat. И сегодня мы будем играть на сервере Wimeworld в Skywars. И простите, что так долго меня не было. И погнали. Наша первая карточка на карте под названием Темный лес. И простите то, что так долго не было видеороликов, просто на то были свои причины. И этот ресурс пак я оставлю после 10 лайков, нет, даже после 15, потому что ресурс пак не очень крутой, но все равно мне нужен актив. Я хочу посмотреть мне дальше для вас видеоролики или нет. Давайте убьем этого человечка под названием, не знаю, Нубик. Название такое я ему дам. Тихо, я засейвился, очень топово засейвился. Я не знаю, как он так далеко меня отбросил, это просто магия какая-то, не Хогвартс. Давайте простроимся к ним и скрысим. Тут что, сундук что ли? Тихо. Блин. Можно поставить вот тут, видит. Давайте его скрысим. Пока, челик. Ты был очень хорош. Очень сильно откидывал нас. Но это не сюда. Просто я записываю ролик, мне нужна победная катка. Это не судьба. И тебе тоже не судьба выиграть эту катку. Почему-то, когда я записываю ролики, меня очень сильно откидывают. Прям очень. Так, мы сделали первую победу. Переходим ко второй катке. Наша вторая катка. И мне попался в катке ютубер Дига. Или Дига. Для всех по-разному. Ну. И как всегда, никто не знает, где он будет, на каком острове. Надеюсь, меня не скинут, я убью его, посмотрим, есть ли у него регедиты. Он по-любому уже на центре, хотя нет. Никого нету на центре. Так, давайте залутаемся на сундучки, потому что у меня большой пинг. Очень большой пинг. Так, вроде его еще никто не убил, это хорошо. Он убивает всех, разносит. Так, где же он может быть? Вот он. И Дига. Дига. Так. Что тут у нас? Ничего. Вот он, наш любименький Идига. Прости, Идига, да, ты должен умереть, потому что так должно быть. Оговорочка по Фрейду. И ты должен тоже у нас умереть, потому что так надо. Пока, чел. Да, до свидания. Так, мы убили с вами за все мои катки, которые я пытался снимать, уже 15 человек. Так, у нас осталось всего лишь 2 человека. Одного я вижу. Это тот еще нуб. Я тебя убью. Ты мне не тим. Что ты мне... Вау, ребеночек. С читами-то играться плохо. Так, остался один человечек, и мы победим эту катку. Походу, Идига и не пытался выходить, он смотрит за мной, думает, читер я или нет, наверное. Ой, этот человек очень лагает. Очень лагает человек. Все, мы победили эту катку, и всем пока. С вами был RedCat, и пока.